Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня есть очень новая и свежая информация по поводу даты обновления 0.16.0. Так что, ребята, прямо сейчас присаживайтесь поудобнее, берите себе чаек, печенье, конфеты, наслаждайтесь данным видеороликом. И самое главное, если вы ждете обновления, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и приятного вам просмотра. Поехали! На GG-сервер вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберем. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем еще один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь еще один очень огромный бонус при пополнении. Все нужные промокоды и ссылки ты найдешь в описании. Как вообще, ребятки, уходит обновление? Я вам расскажу все максимально подробно. Вначале разработчики в пакетах данных передают всю информацию с пункта А в пункт Б. Пункт Б — это обновление 0.16.0. Так вот, что я могу сказать? Разработчики каждый день передают какую-либо новую информацию. Например, сегодня, ребята, они передали чарм-паки. То есть это новый чарм-пак. Можете посмотреть всю эту коллекцию. Там будут чарм Дарума, чарм Секрет Дейт, чарм Голден Драгон, чарм Катана, чарм Китсун, чарм Кичочин, чарм Белисик Маск, чарм Сюрген, чарм Сейл, ну и так далее. Что же это означает? Это означает, что разработчики практически ежедневно добавляют какие-либо новые фишки в обновление 0.16.0, и мы можем эти пакеты перехватывать. А что же будет, когда они передадут абсолютно все фишки? Когда они передадут абсолютно все фишки, вот именно тогда и выйдет обновление 0.16.0. Позавчера, ребятки, разработчики, например, передали информацию о новых ножах. Притом эту информацию они передают специально ночью, чтобы как можно меньше людей заметило. Но мне кажется, заметить это очень легко, потому что ты качаешь обычную программу и видишь вот такие вот пакеты данных, и там просто написано «новые ножи». Очень странно, что разработчики никак не шифруют эту информацию. Ну ладно, давайте смотреть. Также, ребятки, уже есть новые ножи. Нож Мафия, Млечит, Pearl Abyss, Транзитор, Флоу и Доджо. Для тех, кто не понял, давайте, ребята, сейчас немножко детальнее. Что уже есть? Уже есть абсолютно вся новая коллекция. Уже есть весь новый Gold Pass. Уже есть весь Charm Pack. Уже есть абсолютно все. Даже есть коллекция перчаток. Уже есть абсолютно все, что связано с обновлением 0.16.0. Что же, ребятки, это значит и о чем же это говорит? Это говорит о том, что уже вся информация о новом обновлении, даже новый кейс есть Empire, вся информация о новом обновлении уже загружена в обновление 0.16.0. И разработчикам просто останется нажать эту кнопочку, ну, например, там, да, открыть доступ, и мы с вами сможем обновить стендов. Ну, или иными словами, обновление будет уже очень скоро. Ну, а теперь давайте еще детальней. А когда же именно будет это обновление? Давайте смотреть. Что же мы с вами имеем на данный момент? На данный момент мы имеем то, что все файлы обновления уже загружены на сервер. Это уже очень хорошо. Ну, а теперь, если мы перейдем в клан Excelbolt, мы тут видим довольно-таки много тестеров, которые находятся в сети. Пожалуйста, напомните мне, пожалуйста, а зачем вообще нужны тестеры? Тестеры нужны для того, чтобы тестировать обновление. И вот именно сейчас, последние пару дней, тестеры максимально активно тестируют обновление. И вы просто, ребята, посмотрите на вот это. Просто посмотрите, вчера сколько игр сыграли, даже сегодня. И они постоянно в игре, потому что они постоянно тестируют обновление. Чтобы понимали, ребята, они уже даже ничего не скрывают, разработчики. А знаете, почему они ничего не скрывают? Потому что уже и так обновление будет максимально скоро. Например, карта Япония 2-2, Зона 9 2-2, Сенстоун 2-2, Раз 2-2, блин, Провинция 2-2. Абсолютно все карты будут 2-2, и будет новый режим 2-2. И при том, самое интересное, не знаю, как это связано, но посмотрите, именно все, что связано с обновлением, оно более светлое. А все, что связано со старым сезоном номер 2, то оно более темное, видите? Еще один факт в копилку того, что обновление будет уже прямо сегодня, ну или завтра. Знаете, почему-то, потому что, если вы, ребятки, обратите внимание, то раньше за режим напарники разработчики не получали нигде ММР. Но именно сегодня первый раз они получили ММР. Что же это означает? Что раньше ММР не было, и только сейчас его добавили. Значит, режим напарники уже на своей финальной стадии и, скорее всего, уже готов. Ну а сейчас, ребятки, вы просто охренеете, потому что один из тестеров отписал лично мне, и я с ним даже переписывался. То есть, смотрите внимательно, это не кликбейт, это реально клан разработчики. То есть, давайте я себя отодвину, чтобы не было никакого никаких
всяких сомнений. Внимательно посмотрите, тот самый настоящий, не фейковый ни в коем разе. И мне на стриме отписал один из тестеров. Что же это означает? Это означает то, что он специально мне отписал для того, чтобы поднять ажиотаж аудитории, потому что всем интересно. И для того, чтобы подогреть ажиотаж к обновлению, он специально мне отписал. Я у него спрашивал много различных вопросов по поводу обновления, типа, а когда будет обновление, то и все. Но на большинство моих вопросов он отвечал «не знаю». Но самое интересное, когда я у него спросил по поводу даты обновления, то он, естественно, довольно-таки сильно проморозился, но дал один интересный ответ. Как только все будет готово, то они сразу пускают обнову. А как мы видим по фактам, то уже почти все готово. Значит, обновление будет сегодня или завтра. Многие из вас, наверное, мне скажут: «Кент, пока там всего лишь 5 человек в онлайне, почему ты говоришь, что очень много тестеров?» Потому что есть еще второй и третий клан. Ну что ж, давайте перейдем в клан номер 2. Клан называется Christmas. Внимательно посмотрите, я даже себя отодвину. Ну, ребят, ну вы просто, ну посмотрите на вот это. Ну просто посмотрите. Я в шоке, у меня нету слов. А теперь давайте зайдем в профиль. Вы не думали, что они играют просто там, не знаю, в ММ, поднимают себе ранг? Просто посмотрите, они реально играют исключительно в режим напарники. То есть посмотрите, тут мы видим, что они играют везде 2-2, если есть приставка 2-2, значит они играют, ребятки, в режим напарники. Это клан номер 2, который активно тестирует обновление. А теперь клан номер 3 называется Encore, то есть мы прямо сейчас пишем вот так. Вот я нашел этот клан, и опять же, тут все в онлайне. Что это означает? Это означает, что обновление, ну прям уже маленькими шажками приближается к нам и очень скоро выйдет. И я думаю, что оно выйдет даже сегодня. Просто посмотрите, как же активно все ребята чекают обновление. Вот просто давайте перейдем, например, не знаю, в любой профиль, например, этого парня, да. Посмотрим, у него новый созданный аккаунт, потому что, как мы видим, у него во втором сезоне нету ранга. Но при этом в истории матча мы видим то, что он играет в режиме 2-2 в напарнике. Зашибись. Ребятки, еще один максимально важный факт. То, что обновление не может выйти в субботу или воскресенье, потому что оно просто-напросто не сможет пройти модерации пул-маркета, потому что модерации пул-маркета не работают в субботу и воскресенье. Что же это означает? Что обновление должно выйти или в четверг, то есть сегодня, или в пятницу. Если оно выйти два дня не выходит, то, скорее всего, обновление уже будет только в понедельник. Поэтому, разработчики, пожалуйста, поторопитесь. Ну что же, дамы и господа, если вы ждете обновления, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой ваш хороший комментарий, ваше мнение по поводу обновы и даты выхода обновления. И, ребята, самое-самое главное, в описании есть ссылочки на мой Twitch канал. Пожалуйста, переходите туда и подписывайтесь, потому что ровно на 1000 подписчиков я разыграю 50 голды. Все ссылки в описании, всем удачи, всем пока.